Мяч в ворота команды «Спартак-2» забил Солдатев Александр, номер 6. Снова пас на атакуют футболисты из Брянска с претензией на пенальти. Снова тот же активный 19 номер Сергей Танких врывался в штрафную чертановцев, и его в грамотном подкате остановили. Первое подобие атаки со стороны Чертанова, но с нетипичным для центрального защитника номером 10 играет Виктор Булатенко. Отличная диагональ сейчас на Сергея Танких, но тому на этот раз не удается Александра Солдатенкова обыграть. Быстро переводит мяч в центр поля. Здесь Федор Лимонов, надо с мячом расставаться уже. Пашкову подсказывает, что сзади, он в одно касание отдает защитник левый Владимир Бартасевич. Вот так вот в позиционной атаке Бартасевич оказался в чужой практически штрафной. Ошибается, что не свойственно ему Владислав Паршиков, игрок юношеской сборной России. И сейчас едва не закончилось все это опасным моментом. 23 номер. С мячом. Перехватывает Солдатенков. Точно на Котова. А Котов назад на Ганюшкина. И Ганюшкин едва не ошибается. Едва не обокрал его Александр Немыченков. Мяч остановить не удалось. Удар. Передача вперед, а аккуратно надо действовать Александру Солдатенкову. Все грамотно делает наш крайний защитник. Встречается с мячом, уходит с ним в сторону фланга. Он привык капитанить, вести за собой партнеров. Ну вот, сегодня пока так. Солдатенков открывает под него Котов. И передача на Панкевича пошла. Ну, понимается, выдвинулся он на соперника, в итоге не встретился с мячом. И быстрая контратака Витязи, но Солдатенков уже на своей позиции права, и атака остановлена. Но надо всем теперь вернуться. И перевод налево. Именно этим флангом атакует сейчас Витязь. Кулишев достаточно активен после выхода на замену, но вот сейчас Солдатенкова обыграть не сумел. Саша бы атаку начать. Пошел вперед сам Солдатенков, но все-таки скорость набрать не успел. Вновь Жижин в центр. Все правильно делал Александр. Партнеры немножко не поняли, куда именно открываться. Здесь Солдатенков очень жестко ставит левую ногу. В итоге отбор на чужой половине. Зиньковский вновь идет вперед. Гаранжа! Штрафной! Ха-ха-ха! Опасно! Давайте посмотрим за этим моментом. Вот на этот раз через Солдатенкова все-таки идет игра. Передача назад. Навес Александра на дальнюю. Ой-ой-ой. Мяч все-таки улетает за пределы поля. И едва-едва там за шиворот опытному комиссарову спартаковцу мяч не опускается. Позволили ему на этот раз это сделать. Так что вот Зяблов, Нестеров и Баульчик. Именно этот трио пополнило состав выбора межсезонья. Вышедший на замену Александр Шкуратов очень активно включился в игру. Александр Котов, 17 номер, капитан нашей команды. На флангах расположились Александр Жижин справа и Антон Зиньковский слева. Мережка под нападающими. И где-то там же рядом с ним будет действовать Александр Ковальчук, номер 11, у Мережка номер 7. Опасный момент уже был у наших ворот, но наши ребята справились. Меня зовут Сергей Дерябкин, рядом со мной... Безобидная ситуация, на ровном месте получил удар, но пока смотрим момент, но нужен удар! Жижин! Очень медленно, Бартасевич навешивает штрафную... Здесь Федь Лимонов бросается и потерял он позицию. Солдатенков выручает Саша, выбивает мяч туда, в Московскую область. Который... Посмотрим сейчас за этим штрафным. Все стандарты — это опасно для нас. 11 номер подавал, но отбились. 17 снова туда подает, а здесь Солдатенков в своем стиле выбивает в аут. Без замен, так же как и у соперника. И напоминаю вам наш состав. Ворот, первый номер.
Алексей Кузнецов в защите. Справа 17-тычный продукт, да, не название магазина, а именно его специализация, скажем так. Ну а название было тоже незатейливое.